День театра установлен в 1961 году. С тех пор он празднуется по всему миру 27 марта. И праздником он считается не только для театральных мастеров, но и для всех любителей театра, участников театральных студий и кружков, народных театров, их зрителей, поклонников и друзей. Поэтому и подарки на День театра можно дарить всем, кто любит театр. Подарок актеру или театральному деятелю выбрать непросто, ведь талантливый человек необычен во многом, в том числе и в своих предпочтениях. Тем не менее, каждый любит получать подарки. И миссия того, кто выбирает подарок для актера, актрисы или завзятого театрала, все-таки выполнима. Любой художественной натуре придется по вкусу антикварная редкость. Можно поискать такие VIP-сувениры, как старинные настольные часы, возможно, отделанные камнями, канделябры, подсвечники или другие интересные вещицы, которые обязательно найдутся в таком магазине. Подарок режиссеру или руководителю театра можно выбрать что-то из аксессуаров к предметам одежды, дорогой галстук, набор дизайнерских носовых платков. Необычная настольная или напольная ваза, оригинальный кубок, письменный набор или дорогая ручка станут запоминающимся подарком и украсят кабинет театрального босса. Если театральный руководитель женщина, ей всегда будет приятно получить в качестве подарка оригинальное золотое или серебряное украшение, дорогую бижутерию в классическом стиле. Рассмотрите такой вариант, как инклюзы. Янтарь, который содержит в себе необычные включения – веточки, растения, насекомых. Если продолжить тему янтаря, то стоит сказать о картинах из янтарной кружки и кусочков янтаря. Можно приобрести не только готовое изделие, но и заказать картину по своему эскизу с учетом вкусов будущего владельца или его портрет. Актеры и актрисы часто находятся в разъездах. И в этом случае ничего не заменит кофр – удобную жесткую упаковку для ценных вещей. Кофр для акустической системы или музыкального оборудования, костюмов, одежды станут незаменимой и полезной вещью в дороге. Театральные деятели и просто любители театра оценят диски с качественными записями спектаклей ведущих театров мира, иллюстрированные книги по истории театра. Декоративные театральные маски комедии «Дель Арте» – «Арлекино», «Коломбины», «Бригеллы» и настольные фигурки известных театральных персонажей могут стать прекрасными символичными подарками тем, кто ценит искусство. И не забудьте дополнить любой подарок театральному деятелю или почитателю театра букетом цветов.